Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня расскажу о самых вредных продуктах для вашего желудка. Особенно, если вы испытываете постоянно различные проблемы. То есть, у вас слабый желудок. Это может быть просто слабая слизистая оболочка. Что-то не то съели, начинаются болезненные неприятные ощущения. А также, если у вас наблюдаются различные известные заболевания желудка. Гастриты, гастродуоденниты. Когда-то была язва, зарубцевавшаяся. Другие подобные болезни желудка. Вот при этих всех проблемах и болезнях эти продукты исключите из своего рациона. Или кушайте в очень минимальных количествах. Иногда. Итак, первый продукт – это редиска. Исключите редиску из своего рациона. Она очень плохо действует на желудок. И я наблюдал это у многих больных, которые именно жаловались на то, что просто вот съел 3 редиски и все. Целую неделю болел живот. Далее, естественно, исключаем лук и чеснок в сыром виде, так как они травмируют слизистую. У этих продуктов очень агрессивные эфирные масла. И необходимо их полностью исключить. Далее, любые копчености, копченые колбасы, копченое мясо, сало копченое, все, что с этим связано. Иногда можно есть просто вареную колбасу, которую необходимо дополнительно 2-3 минутки отварить просто в кипящей воде. После употребления копченостей сразу возникает вот этот болевой эффект. Поэтому исключите любые копчености из своего рациона. Далее, при проблемах с желудком, при гастритах, при язвах запрещено есть любой свежий хлеб, сдобу, булочки и так далее. Именно свежий хлеб запрещен. Далее, любые соусы, маринады, кетчупы, майонезы и подобные все приправы. Особенно магазины, так как они содержат очень много консервантов, соли, натрия и других ненужных вещей. И они начинают сразу же раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывают боль. А также могут вызвать обострение ваших болезней. Далее, любые жирные сорта мяса, а также шкурка с курицы и других подобных птиц. Естественно, исключаем жирное мясо. Свинина, баранина. Такого вам нельзя. Кушаем постное мясо. Желательно отварное. Далее, любые кислые фрукты. Это кислые яблоки. Естественно, лимоны, апельсины и так далее. Особенно на голодный желудок. Естественно, лимоны и подобные агрессивные продукты полностью исключаем. Особенно в проблемный период с желудком. Далее, бобовые культуры. Любые бобы, начиная от фасоли, кончая горохом и нутом и так далее. Исключите их, по крайней мере, в период обострения. А также, если у вас возникли какие-то болевые ощущения. Далее, исключаем жирные сыры, любые. А также исключаем капусту. Особенно при гастритах с повышенной кислотностью. Кушаем капусту в отварном виде. Брюссельская капуста и подобные виды капусты отлично отвариваются. И их можно в небольших количествах кушать. При варке вот эта агрессивная кислота нейтрализуется. Естественно, исключаем алкоголь любой. Кофе, любую сладкую газированную воду и любые газированные напитки. А также исключаем кислые, пакетированные или свежие отжатые соки. Исключите все эти продукты, особенно на период обострения ваших болезней, и будет вам счастье. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!